Приветствую вас на площадке Абхазского телевидения. Сегодня в гостях пресс-центра, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Амиран Какалия. Здравствуйте, Амиран Георгиевич. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Этой весной во время карантина многие граждане, которые владеют хоть небольшим участком земли, принялись за полевые работы. К этому их сподвигло обычное естественное желание обеспечить себе и своим семьям продовольственную безопасность. Если простые люди вернулись к земле, то, очевидно, и государство должно в это время уделить внимание развитию сельского хозяйства. Тем более, что этот вопрос был актуален и раньше, но сейчас в условиях карантина и закрытой границы он еще более актуален. Что вы думаете по этому поводу и как сейчас идет работа вот на базе Минсельхоза? Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Следует отметить, что Министерством сельского хозяйства проводится определенная работа, учитывая ту ситуацию, которую мы сейчас не только в Республике Абхазия, но и во всем мире с коронавирусом. Мы наблюдаем тенденции, что люди возвращаются к своим как бы очаги в село, и они обращаются к нам. Хочу просто проинформировать, какая ситуация по линии Минсельхоза, сколько вспахано земли на сегодняшний день, то есть, если конкретнее говорить, по состоянию на 22 мая 2020 года. У нас в республике Абхазия 7 машино-тракторных станций. МТС являются республиканскими монетарными предприятиями, но они находятся на хозрасчете, на самофинансировании. Если брать 2019 год, практически Министерство сельского хозяйства не профинансировало, и поэтому нами, руководство Министерства сельского хозяйства, было принято решение, чтобы предприятие вывести на прибыль. Если аналогичный период 2019 года, МТСы вообще в целом по республике по состоянию на 22 мая 2020 года было вспахано 2775 гектаров. А за 2020 год 5371 гектар. Это неплохой показатель. По нашим прогнозам специалистов отдела механизации Министерства сельского хозяйства, силами МТС на сегодняшний день вспахано 1521 гектар. Вот. Там идут разные позиции. Пахота, барановка, посев, культивация и так далее, и так далее. Если все в совокупности взять и посчитать, получается, что по состоянию на 21 число мая текущего месяца 2257 гектаров обработано силами МТС. Министерством сельского хозяйства на 2020 год установило временные тарифы на проведение сельхозработ МТС. Из расчета 1 га вспашка 1 гектара, баранование и посев, если брать из расчета 1 га, у нас получается 3 позиции. Вспашка, дисковый борон, посев, получается 5855 рублей. Скажите, пожалуйста, да. Эти расценки, они реальные? Когда возникла такая ситуация с пандемией коронавируса, мы провели совещание в Министерстве сельского хозяйства с участием директоров МТС, начальников сельхозуправления администрации районов, нами было принято решение оказать содействие в решении тех вопросов именно по пахоте, учитывая ту ситуацию. Вот. И эти цены, практически проекты всех районов, были представлены нам, всех МТСов, и мы вывели среднюю минимальную стоимость. По таким расценкам предприятия на прибыль не выйдут. Это самое минимальное. Почему? Потому что техника портится. Как я сказал, условно я говорю, стоит дизтоплива 25 рублей, условно я говорю. В Галском районе стоит 30 рублей. Вот такая разница. И поэтому мы взяли из расчета 44 рубля на дизтоплива, но при этом сейчас цены снизились в Абхазии. Вот. И получается 5000
855 рублей. Скажите, топливо обеспечивает государство или сами люди? Нет, сами люди. Если мы 5845 рублей, да, 55 рублей разделим на 2, у нас получается 2922 рубля. Что туда входит? Это дизтопливо, горючие смазочные материалы, заработная плата механизатора, налоговые платежи, отчисления, все отчисления во внебюджетные фонды, все это входит туда. Практически предприятие не получает прибыль. Просто это вынужденная мера. Мы понимаем, директора понимают, что у нас действительно мы должны, обязаны вернуться к земле и там, значит, обрабатывать. Кроме того, я еще хочу сообщить, другие временные тарифы, которые мы, когда используются как зубчатый боран, у нас дешевле почти, вот получается, на, из расчета 1 га 5249 рублей. Если мы в среднем делим на 2, на 0,5 га, получается 2624 рубля. И поэтому, пользуясь случаем, я хочу бы обратиться к нашему населению. Это небольшие деньги. Понимаю я, что у нас сейчас ситуация очень сложная. Мы слышим информацию о том, что вот МТС и нам не помогают и так далее. Мы в тесном контакте работаем с главами администрации района. Вот я взял для себя и для вас тоже некоторые цифры. Вот. На сегодняшний день, то есть по состоянию на 21 мая, силами МТС, средствами МТС сегодня оказано содействие по пахоте. 131 человек получили безвозмездно по районам 131. Это более 60 гектаров. И Минсельхоз, то есть РУПом, МТСом, более 200 тысяч рублей потрачены деньги для того, чтобы оказываться действием. При этом мы максимально стараемся, такая задача поставлена перед директорами МТС, мы провели совещание с участием механизаторов. Есть такое понятие абхазское айхацгалара, айцхрара, то есть помощь, взаимопомощь, учитывая ту ситуацию, о чем мы говорим вместе с вами сегодня, практически мы никому не отказываем. И механизаторы тоже понимают. Но при этом надо учитывать, что работа механизатора – это очень тяжелая работа. А кадров хватает вам? Техники, я как понимаю, хватает, а кадров? Большая проблема с механизаторами в Гагарском районе, везде практически в МТСах большая проблема с механизаторами, с современными механизаторами. И вы помните, наверняка знаете о том, что вот вы после средства массовой информации дали такую широкое огласки, показывали все, печатали в средствах массовой информации. Более чем на 200 миллионов рублей от Российской Федерации мы получили технику. Вот. Эта техника, она современная, там соответствующие новые технологии и так далее. Но вся беда в том, что профессия механизатор и технические работники у нас в стране, вообще в обществе, не имеет авторитета. Этот имидж надо поднимать. Понимаете? Сейчас мы... Я дал поручение начальнику отдела агрономии Министерства сельского хозяйства и начальнику отдела механизации. Вот. Мы особо отличившимся людям, механизаторам, будем давать благодарственные письма. У нас есть намерение о том, чтобы лучшие механизаторы, которые нуждаются в поправке здоровья и так далее, будем отправлять по путевкам на наши здравницы в Республике Абхазия. По данным Управления статистики Республики Абхазии, более 120 тысяч человек проживает в сельской местности. Это огромный пласт работы. Им надо постоянно помогать, оказывать содействие. Люди обращаются за советом. Вы понимаете, новые инвазивные заболевания, растения, значит, по защите растений. Мы завозим, вот российские коллеги, Министерство сельского хозяйства, у нас великолепные взаимоотношения. Они нам оказывают содействие, гуманитарные грузы нам дают по борьбе с мраморным, коричневым мраморным клопом. В прошлом году
Мы проводили, Министерство сельского хозяйства выделило 15 миллионов рублей. Мы завезли сюда, по нашей просьбе, Министерство сельского хозяйства по Краснодарскому краю нам выделило специальное общество, ограниченное с ограниченной ответственностью, коммерческое предприятие «Альпика-Агро», где мы проводили пилотный проект по защите ореха фундука. 16... От клопа? В том числе? В том числе от клопа и от грибковых заболеваний. Задача, значит, в 2017 году, в 2018 году практически урожай ореха фундука составил практически 0%. И в прошлом году мы показали людям, проводили пилотные проекты, полевые работы мы проводили, где в условиях Республики Абхазия, на базе МТС мы проводили семинары. Показали людям, и задача была поставлена такая, показать людям, как можно спасти орех фундук. Практически такая тенденция существовала. Мы видели о том, что мы видели то, что люди стали вырубать свои ореховые плантации. И в прошлом году в среднем по Республике Абхазия, значит, сбор урожая составило 85-87%. У нас на территории Республики Абхазия около 15 тысяч гектаров ореха фундука. И 10 тысяч семей практически бюджет, годовой бюджет составляет от ореха фундука, от урожая ореха фундука. Понимаете? Это как валюта, в любое время можно ее продать. Средняя цена в прошлом году составила, средняя цена 100 рублей, рынок определяет цену. Давайте все-таки передадим слово нашим коллегам. Пожалуйста, кто вопрос? Да, пожалуйста. Амиран Георгий Пашарыш хит, что с яжгит, цепхит, хуазадгил, гектарла, яхай, цоп, сантапиаста. Асипш, ахабхадзара, сантай, хай, хау. Асипш, ахабхадзара, курипшум за араяна, гуман, хайча, арухрахи, гижит, хамамзар, гида, чамзаску, какома, хушпана, кушара. И табу базаре сюжта за созад голода так ассарцы, ихин за сушу, ихин зал, что харахава хава айжлар адгилаку агархра жидмат бахаса патур запу, уй джаба адудзу, а хабриго тагла заши харак хараха хахопшу яхбу, абрия тагла заши икала забриячка, яхихази ава апсара адгил корахи ихи. Ацогора калацара курилгит анда куркует и джебау аха бра иго чидра куксасхуд и цвицки мачка анхаю аягарта мачхайта усута тыпко мачня алпагюбаха и бзедзене жуба усура кытан хам яштых разыхун и рау зшум хазароб а джебаду баларуб бхыц гелазароб убри схосхава иго бубриза апсо жабха Ажлор, рху ажлор, иру робху. Ахахвара мачки ацетуб, абрия самшахун ткар анби харто и хауэхун, убриги хучик хачачан анахкала роб, избензар харги, айшет дугуб, айшет дугуб, ауатунха, жетнат ба ахаски айхацгала рырван, убри даарад зак кугра хамуб, и харад зак гисигуяху убрёб, абрви гиамшиб жезыхун хара, акыта курах фермент курах хахар харсахтахуб, Хотели хопшильги халархуды, сында, яхи шах буала, араса бзин ячалит, амалай шық алу хаздырым яра макяна, уя хадзгылары тухуб ахушап утаруб, юйба ацитурски дарадзи бзин, ачалары ячуб, ам шық алу, анша хайп кугвайд, ады хора хачуб, абар цигизиги, и бзин и галаб хуна гуана грахамуб. Алчшуко тагалан. Пожалуйста. Да. Газета «Республика Абхазия» Русудан Барганджи. С приходом в эту отрасль, Амиран Георгиевич, налицо успехи. Вы реанимировали машино-тракторный парк, вы вели упорную и успешную борьбу с мраморным клопом и многое другое. Вы часто бывали в Министерстве сельского хозяйства России, где оценили вашу работу как положительную и даже, могу сказать, отличную.
об этом нам известно. Но объясните нам, пожалуйста, чем руководствовалось правительство, когда реорганизовало ваше министерство в комитет, и помешало ли это решение вашей работе? Русудана Мирановна, спасибо вам большое за ваш вопрос и за вашу оценку нашей работы. Я живу в свободной стране, себя считаю свободным человеком. Я ценю эту свободу. И поэтому я хочу сказать свое частное мнение. Реорганизация Министерства сельского хозяйства в Государственный комитет по сельскому хозяйству – это большая ошибка. Слава Богу, сейчас, 27 апреля текущего года, указом президента Госкомитет реорганизован в Министерство сельского хозяйства. Помешало нашей работе. Когда мы встречались с российскими коллегами, уже мы в таком формате дружеской, как бы официальная часть, когда прошла, мои коллеги, мои друзья, наши друзья большие, сказали, мы понятие Госкомитет не должны слышать. Республика Абхазия является аграрной и туристической страной. Мы должны сделать все и обязаны для того, чтобы аграрный сектор возродился в Республике Абхазия. Нам нужны современные подходы. Вот. Задача должна быть поставлена справедливой, при этом очень жесткой. Распределение бюджетных средств и ассигнований, которые шли от Министерства сельского хозяйства, недопустимы. Современные подходы нужны. На улице, во дворе 21 век. И мы должны привлекать, и обязаны привлекать к работе Министерства сельского хозяйства деловых людей. Нам надо искать людей, которые работают на земле, мы их не знаем. И сейчас, и хочу отметить, что за один год, вот как я возглавляю Министерство сельского хозяйства, мы не волшебники, но при этом мы сейчас ведем новую базу данных. В Республике Абхазия по данным управления статистики зарегистрировано всего лишь 33 крестьянско-фермерских хозяйства. Нам необходимо провести сельскохозяйственную перепись. Почему? Вы знаете, что Российская Федерация, в частности Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, во главе министра сельского хозяйства Дмитрия Николаевича Патрушева, первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Хатова Жамбулата Хизировича, нашего соплеменника, они оказывают большую помощь, безвозмездную, в виде гуманитарной помощи. Цифры. В прошлом году, в 2019 году, около 5000 литров, 5 тонн препаратов против коричневого мраморного клопа. Более 130 ранцевых опрыскивателей. В этом году по нашей просьбе, опять-таки, мы обратились с письмом. Наши друзья дали 4800 литров препарата. Еще 120 штук ранцевых опрыскивателей. Это все стоит денег. Сейчас я не буду вдаваться в цифрах, но это десятки миллионов рублей. В прошлом году правительством Республики Абхазия было выделено около 7 миллионов рублей на механический сбор мраморного клопа. И можно тут еще один уточняющий вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, сейчас препараты вообще доступны? Это люди интересуются, сейчас где их можно взять я и когда? Я постараюсь ответить. У нас постоянно действующая комиссия, куда входят два специалиста центрального аппарата МВД Республики Абхазия, наши сотрудники, сотрудники сельхозуправления районов. И за 1 килограмм собранного мраморного клопа государство выплачивало 1000 рублей. Нами собраны, вот они утилизированы населением, 5404 килограмма. Мы этот документальный фильм был показан в центральном аппарате Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
выразили огромную благодарность за нашу работу, потому что есть озабоченность российской стороны от дальнейшего распространения мраморного клопа на территории Российской Федерации. Кроме того, 27 апреля 2020 года, вот эту историю я хочу подробнее рассказать. Ну, попытайтесь покороче, потому что вопросов действительно много. Да. И поэтому по заключению международных организаций, которые аккредитованы и работают на территории Республики Абхазия, и тех наших коллег, которые находились здесь, работали и в 2018 году, и в 2017, дают заключение о сокращении особи мраморного клопа на 54% по сравнению с 2017-2018 годом, в 2019 году. И механический сбор является самым эффективным способом и безопасным способом. То, что касается химических препаратов, мы на территории Республики Абхазия, как я вам говорил, в прошлом году мы получили 4800 и так далее. Мы завезли через каналы представителя президента Республики Абхазия с международными организациями, вот, Зураба Млакербая, около 10 тысяч литров бифитрина, химии, бифитрина содержащие и так далее. Вот. Это очень рискованное дело, потому что мы раздаем фермерам, раздаем крестьянам. Они не могут правильно использовать или что вы имеете? Должны быть специализированные рабочие группы, которые должны быть обучены. То есть вы планируете их создать? Мы это должны, мы обязаны это сделать. И при этом, учитывая, что бюджет Министерства сельского хозяйства в 2020 году очень скудный, составляет всего лишь 15 миллионов рублей. Но я хочу вернуться к главному вопросу, на мой взгляд. 28 апреля 2020 году было подписано решение сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Вот этот документ находится у меня. С абхазской стороны подписал премьер-министр Республики Абхазия Анквап за абхазскую сторону. И со стороны Российской Федерации подписал заместитель председателя правительства Российской Федерации Хуснуллин. Содержание этого решения. Масштабные проекты? Масштабный проект в размере 117 миллионов 780 тысяч рублей на борьбу с вредителями, сельскохозяйственными вредителями на территории Республики Абхазия. Вот. И сейчас мы готовим проекты контрактов, и эти деньги поступят на расчетный счет бюджета Минфина Республики Абхазии, мы приступаем к нашей работе. То есть это будет быстро реализовано? Да, это, да, мы там 117 миллионов рублей мы распределили в два этапа. Первое полугодие по той работе, которую мы будем делать, и второе полугодие 2020 года. И здесь 8 миллионов рублей мы предусмотрели на механический сбор. Но в связи с тем, что деньги не поступили, весенний сбор мраморного клопа мы опоздали, значит, вот эти 8 миллионов мы будем расходовать осенью, когда клоп будет в состоянии диапазона. Скажите, этот год выдался неурожайным, как я понимаю, сейчас мало фруктов даже в продаже. Это из-за чего? Из-за того, что вредитель так постарался, или, может быть, граница закрыта? Мраморный клоп вообще является основным распространением грибовых заболеваний. К большому, к великому сожалению, это заключение специалистов. Вот, и поэтому нам надо бороться. Но люди, самое главное, вот что хотелось бы отметить, что люди уже понимают именно клоп, какой вред наносит сельскому хозяйству. Вы говорите там фрукты, овощи и так далее, мало на рынке и так далее. Это все наверняка связано с границей. Вот у нас закрыта эта граница, и поэтому, но в этом году... То есть импорт не зашел, вы это имеете в виду? Ну, это тоже там, это тоже долгая очень тема. Почему? Потому что, на мой взгляд, мы считаем, вот на примере бахчевых культур, на примере, скажем, да, как в прошлом году какая проблема была? Где-то к 20, к 10 июля, в конце июня созревают местные арбузы.
Вот. Будем выходить на правительство, но это надо согласовать, чтобы временные пошлины надо устанавливать на границе, на ввозимый товар. Наши крестьяне не могут арбузы продать, а мы дешевые арбузы, значит, завозим из Российской Федерации. Хотя есть подписанное соглашение, мы не можем ограничивать движение товаров, экспорта, импорта между Республикой Абхазия, ну и Российской Федерацией. При этом Министерство сельского хозяйства не уполномочено эти вопросы решать, но мы с разработанной программой, проектом, как бы выйдем на правительство и будем обсуждать. Вопросы, коллеги. Пожалуйста. Виталий Шаря, Эхо Абхазии. Вот если отталкиваться от предполагаемых 7 тысяч гектаров, которые будут вспаханы в этом году, то как они распределяются хотя бы примерно по районам республики, от Гагрского до Гальского? И второй вопрос такой, какую примерно, можно сказать, часть они составляют, вот эти 7 тысяч, от вот той земли, которая пригодна для земледелия, для вспахивания? То есть каков потенциал у нас в Абхазии? Спасибо большое. Хочу сказать и ответить на ваш вопрос. Если распределить по районам, по Гагарскому району, по состоянию на 21 мая вспахано 181 гектар, в Кудаутском районе 810, ну и да, по нарастающей идет каждый день, вот. В Сухумском районе 70 гектаров, в Гурлевском районе 450 гектаров, а Чемчирский район 1350 гектаров, Варчалский район 510 гектаров, в Галском районе 2000 гектаров. Вот. В 2019 году, вот если мы берем 2019 год, по Гагарскому району было вспахано за аналогичный период 125 гектаров, а теперь мы получаем 181 гектар. Увеличение. Увеличение. Если по Гудаутскому району в прошлом году показатели 220 гектар, сейчас у нас показатели 810 гектар. Если в прошлом году в Ачимчирском районе за аналогичный период было 730 гектаров, 1350 гектар сегодня. И так далее. Сторону везде практически увеличение. Увеличение. Но не только там под кукурузу. Люди высеивают и томаты, огурцы, овощи, арбузы и так далее. Когда вот такая тенденция идет, это большая радость, с одной стороны. И для этого мы должны сейчас, в центральном районе, практически со следующей недели никто не будет сидеть. Все будут в разъездах, мы будем помогать. Люди к нам обращаются за информацией, помощью, различные виды помощи и так далее. Вот, например, даже при распределении препаратов, скажем, да, фунгицидов. Вот человек говорит нам о том, что вот он имеет, скажем, 5 гектаров там ореха фундука. Мы ему говорим, правоустанавливающий документ. Для того, чтобы этого человека, как крестьянина, как фермера, его внести в базу данных. У него нет правоустанавливающих документов. Это что такое? Это акт выбора земли, там соответствующие документы, которые выдают органы местного государственного управления. Проблема, почему, когда мы обращаемся как бы и работаем с международными организациями, кстати, они очень большую помощь оказывают нашим крестьянам. Вот, если они, скажем, 3-4 года тому назад работали только в Галскороме, они сейчас охватывают и другие регионы. Знаете, очень интересно работать с ними, на наш взгляд. Они официальные представители, аккредитованные в Министерстве иностранных дел. В соцсетях я встретил такое довольно извительное рассуждение, что вот та вспаханная земля – это такой незначительный процент от того, от той потенциальной пашни, которая у нас есть. Вот можно ли ориентировочно действительно сказать,
насколько это верно и какую часть это составляет. Я хочу сказать, основная похода закончится где-то с 20 по 30 июня. Ну, там тоже дальше пойдут незначительные вспашки, вот и так далее. Вообще, самое максимальное, вот мы поднимали статистику и до военных, и так далее, более 14 тысяч гектаров вообще земли, которые послевоенный период, самое максимальное, вот год, я извиняюсь, вот не запомнил, около 6 тысяч гектаров было спахано сразу вот где-то первые годы после войны, 92-93 годов. Люди возвращаются в свои очаги. Это хорошая тенденция. Очень хорошая тенденция. И поэтому я просто больше чем убежден, что люди будут возвращаться. И поэтому сейчас вот граница закрыта. Граница, если закроется, вот мы общаемся, видим и так далее, у нас будет большой наплыв туристов из Российской Федерации и других государств и так далее. Так мы думаем, понимаем. Поэтому этих людей тоже надо накормить. Еще один вопрос, пожалуйста. Небольшой комментарий по поводу инспекции, в которой вы недавно участвовали, по объектам, которые были возведены за счет средств инвестпрограммы. Вот ваше мнение, коротко, буквально 2 минуты, и мы закончим. По порешению и с участием первого вице-премьера Республики Абхазия Беслана Сидоровича Джопова, недавно мы с инспекцией выехали, посмотрели 2 объекта. Это Абхазпродэксорт, который расположен в Гулиевском районе, поселке Агудзера, и перерабатывающий завод по меду в селе Кындых. Вот. Мы провели визуальный осмотр. Вот. Вообще Абхазпродэкспорт, по той информации, которой мы обладаем, он призван, основная его деятельность, закупать у населения сельхозпродукцию под бренд Абхазпродукт, Абхазэкспорт, экспортировать его в нашу продукцию, то есть ее на территории Российской Федерации и в другие государства. Вот. К большому сожалению, этот проект желает как бы лучшего. Вот. Надо учитывать, что и на границе у нас большие проблемы. Вот. Почему объекты не функционируют в полной мере? Объекты не функционируют. Почему? Потому что для того, чтобы объекты функционировали, им нужны длинные, дешевые кредитные деньги. Таких денег у нас нету для того, чтобы закупить у населения продукцию это и так далее. Денег не хватает. Денег не хватает, как всегда. Нам нужны... Их можно реанимировать, как вы думаете? Их мы обязаны реанимировать, и поэтому будем искать средства для того, чтобы реанимировать. Спасибо большое. Мы завершаем нашу пресс-конференцию. Я напоминаю, у нас в гостях был исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Амиран Какалия. Спасибо вам, Амиран Георгиевич.